Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я снова хочу показать вам свой авторский ритуал Вуду, как подчинить чиновника или склонить в свою сторону. Так как чиновники у нас очень махинациями любят заниматься, неправильными такими делами, незаконными и так далее, выживают, называется, как могут в кавычках. Поэтому мне пришлось придумать такой ритуал, он был испробован на коммунальных услугах, то есть на тех, кто работает там, на начальстве коммунальных услуг. Мы будем работать через принца Зандра. Зандра у него имя. Вот, то есть это его сигило чертится в понедельник. Сейчас покажу внимательно. Чертится в понедельник. А можно на стеклянной поверхности, но на гладкой любой поверхности. Можно на ткани. Желтый. Или красный, как говорится. Белые свечи или две простые свечки. Дальше нам понадобится или ром, или спиртное крепкое такое. Но я выбрал темный ром. Вот, мы ложим записку или имя, так сказать, на дно. Лучше выбрать позднюю ночь. То есть, допустим, в 3 часа ночи, да? В понедельник можно даже. Можно в полночь. Выбираем космограмму, чертим, зажигаем свечки по часовой стрелке. Можно еще сигареты зажечь. Вот. Обдымить. Ставим в центр. После этого читаем 13 раз заклинание, которое позволит подчинить чиновника. Можно фото положить под низ, чтобы усилить ритуал, так сказать. Или в сам бокал опустить фото, или инициал, или привязки со спиртным. Вот. Когда дух будет потреблять, он таким образом будет, как говорится, выполнять то, что нужно. Приступим. Луна тут не имеет значения. Короли, королевы, желаю наречь рабом, другом, как собака, верным. Принц Зандра, 5 раз захвати тело, разум, ноги, руки, сердце. В мою пользу наклони Вудаша. То есть мы говорим, представляя чиновника четко. Можно с фото сидеть и четко смотреть, представлять, визуализировать, как человека связываются руки, ноги, как говорится, тело, сердце и так далее. Вот это все. Все 5 областей. После этого, как догорают свечи, это все на алтаре остается на 3 дня. После 3 дней вы огарки свечей, это все стирать можете, в принципе, ткань постирать, убрать. Вот, вы спиртное, данная записка, относите на перекресток, на любой перекресток, как говорится, равносторонний. Выливаете и уходите. В течение недели, если это начальник вас, то он начнет склоняться к вам, то есть как-то добрее относиться, как-то общаться, сюсюкаться с вами, ой, там привет, как дела, ля-ля-ля, что-то спрашивать, любопытствоваться. То есть он будет склоняться в вашу сторону, более раболепный такой, подчиненный. А я хочу пожелать вам всем удачи и успех. С вами был Александр Пичуев. Делитесь этим видео. После просмотра не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. И удачи и развития вам!